В этот раз праздник двора прошел в поселке санатория Горки-Ленинский. Его организаторы, активисты молодежного совета «Молоковская», подготовили для детей различные конкурсы, спортивные состязания и интеллектуальные игры. Сегодня мы сделали акцент на подготовке к школе. Они проходят этапы такие, как поход в столовую, что такое перемена, уроки, проверяют себя на спортивные какие-то физические навыки. В дни летних каникул в дворах всегда собирается большое количество детворы, и важно, чтобы их досуг проходил интересно и познавательно. Именно с этой целью представители Совета молодежи и проводят такие мероприятия. У нас такого раньше никогда не было здесь на территории. Сейчас вот вы видите, детвора вся с удовольствием принимает участие. Всегда с интересом ребята участвуют в мастер-классах. Сегодня им предложили немного покреативить и своими руками украсить обложку обычной школьной тетради. Ведь совсем скоро начнется новый учебный год. Сегодняшнее мероприятие, я участвую в разных конкурсах, побеждаю почти всегда. Нам нравится. Тут можно наклеить и сделать что-то нового, узнать что-то нового. И все это интересно и забавно. В поселке санатория Горки-Ленинский проживает около 500 человек. Большинство друг друга знают, а вот пообщаться порой не всегда удается. Так что праздники двора объединяют не только детей, но и взрослых. Все очень здорово, молодцы. У нас не было раньше таких мероприятий, поэтому спасибо вам большое. Дети заняты, дети играют. Ну, хотелось, чтобы почаще это было, для детей устраивали. В следующий раз инициативная группа молодежного совета придет с этой же программой, но уже по другому адресу. Молокова, улица Школьная, дом 5. Ирина Бокова, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.